Всем привет, друзья! Сегодня я подумал, а что если Иллидан где-то здесь? И, конечно же, придумал партию вот этих двух каточек. Сегодня будем сражаться сквадом Иллидана против сквада Мартретки. Это у нас такое постоянное противостояние для тех, кто когда-то проходил Warcraft. Сегодня мы будем сражаться Тирблейдом против Мартретки. Да, вы уже это поняли, сейчас мы будем собирать героев. В нашей первой команде будет Террорблейд, будет Сларк, Слардар, Нага и Гаргона. А в команде оппонентов будет у нас Мартретка, Венга, Тракса, Винда и Луна. Посмотрим, кто же будет сильнее в этих составах, друзья. Надеюсь, катка будет интересна. Обязательно влепите лайк. Пожелаю всем приятного просмотра и поехали. Гоу! Пикаем! Пикаем. Сейчас, ребята, определяться. Мы уже определились, в принципе, в лобби по героям. Будет у нас две каточки, как вы уже поняли. И будет интересно. Будет интересно. Будет интересно. Седьмой слот попросил паузу. Сейчас пойдем. Ребятки, это у нас приватные катки. Те, кто подписан на Telegram, сюда зашли тоже, ребятки. Они были оповещены о этой зарубе, так как пишем видосик в приваточке. Так, ну и... У нас есть герой, это, ага, это АПшка, да, вроде, все правильно, главное, чтобы не перепутать. Так, значит, я иду на Иллидане первую катку. Первая катка у нас это Иллиданчик. И next катку будем на другом герое. Так, хорошо. Хорошо, ребят, я низ иду. Наверное. Там уже по лайнам, не знаю. Так, все отлично, вот такой вот у нас пик получается. И у них тоже интересный пик. Так, возьмем два вот так вот и хилочек. Погнали, посмотрим, кто сильнее в этом противостоянии. Так, Сларк у нас на низ идет, да? Мид кто? Мид либо Сларк, либо Дуза. Слардар на роуме, Нага на сапе получается. Ну, Нага тоже фармить будет, но будет сырбор такой лютый. В принципе, если, знаете, с максимально опытными игроками, то тут можно распределить так. Этот идет мид, этот у нас идет хардлайн. И вот эти два персонажа у нас становятся на сап. Слардар четверка и Нага пятерка. С раскачкой через 2-3 в макс с арканой. И Слардар на четверке просто с сапогом, чтобы можно было блочить. А у команды оппонентов у нас намного проще получается. Это у нас керри, фарм. Это у нас, возможно, вот это мид. Вот это мид стопроцентно. Потом это хейл. И тракса получается у нас тут... блин, ну Венга в любом случае в сапа. Луна тоже хардкерри и тракса. Траксу можно как-то будет еще, наверное, пустить на расходник. Хм, смотрите, а действительно, потяжелее вроде получается. Но это в любом случае хардлайн. Но можно и в 4 пустить. Это можно поставить, блин, и на изи, и на мид поставить. Это тоже на изи, и это на изи. В общем, тут два героя, которые у нас, ну, хардкерри тупо. Мартретка, хардкерри и Луна. Но чуть потяжелее с расстановкой, мне кажется. Здесь будет нормально. Хорошо. Так, ну что, готовится у нас выход криповый. Если честно, за эту сторону я немного не понимаю, какая будет расстановка. Если тут еще понятно, как-то можно расставить персонажей. Сейчас будем драться. Если что, метаморфозу. И погнали, ребятки. Надеюсь, прям заруба будет интересная. Стан, кач. Г. Если что, задушим. Вай, какой, смотри. А стан Слардар будет сегодня давать? Ну, слоу-граунда побьем. Какой промах. Вот этого пацана туда же, думаю. Найс, все, понял я. Понял, шекель качнул, задушил. Все, возвращаемся на линию. Не надо было мне бить слоу-граунду. Но, если честно, думал, сейчас монетку будет как-то прогуливаться вся эта контора. Но ничего страшного. Пойдет, Сларк у нас с прыжочком был, задушили. Задушили. Взяли мы ФБ, но, так сказать, подопечный Террорблейда был повержен все равно. Подопечный вот этот вот Слардар. Мы как-никак с Нагами в сговоре. Иллидан с Нагами в сговоре. Поэтому сегодня у нас вот такая катка, ребятки. Слардар молодец, да. Сделал правильно. Слардар в четверке будет, походу. Сларк, в принципе, на сеточке с одной, с одним левелом эссенции. Плюс, если он возьмет Пурманс, это будет очень люто. А там, кстати, ранжевики будет очень тяжело стоять. Заметили, кстати, там ауриры. Там самая сильная комбинация доты в целом, потому что там под Траксу, под Луну, под Венгу можно такой фастпуш забахать, что просто волосы будут дыбом.
Так что будет как-то интересно, я думаю. Мне бы главное тут еще пофармить нормалды. Хорошо. Оп, давай сюда. Вкусно. Хорошо. Надо Пурманс, наверное, тут взять на лайн. Прям хорошо будем сейвить HP себе. Сейвить HP себе отлично будем. Че там у Дузы? А нет особо, да, ничего, поэтому... Поэтому Куру можно взять, я думаю. Пока что ластхитим просто. Со Сларком на лайне. Сларк может отстакивать себе, в принципе. Кемпы лесные. Отводами заниматься. Тут, в принципе, мы линию должны подвыиграть. Ля, они меня натычковали. Он качает, да? 15 урона плюсом. Сейчас немного будем снижать, конечно, дамагу по себе. Дамагу по себе чуть снимать будем. На третьем го. Душат. Душат, пацаны. Хил и го. Хил и го. Проксу. Без сапога ничего страшного. Отхилится сейчас парень, и можно будет задушить. Можно будет. Кто-то ТП дает. Хорошо, так мы сейчас тут их задушим. Гоу. Ой-ой-ой-ой-ой, замедло только. Ну, Траксу забираем. О, хорошо. Вот это я понимаю. Гейминг. Слардар молодец. Хорошо делает. На четверке умеет парень играть. Так, что там, брат? Хорош. Отлично. Берем сапог. Слардар на четверке парень нормально делает. Можно отводик сделать. В принципе, чтобы эксп взять. Да ладно, он без виндрана. О, это жесть. Парень без виндрана. На виндранке. Ну, четвертый левел взяли. Будем первый, третий максить, я думаю. Тут будем активно играть. Слардар, если активный, вообще по кайфу. Ну, в принципе, пока что Иллидан сквад у нас ведет, ребятки. 3-1. 3-1, но Слардар прям божит, на самом деле. Молодец. Слардар божит. Пока что фармим фри. У них мартретка там на фарме тоже. Мартретка на фарме. Сларк. Сларку хилочек закинуть надо. У меня тангусов много. Венга идет. Надо отойти. Давайте возьмем фазы. Быстрые сапоги. Как у Иллидана. Это же Иллидана сапоги нарисованы вообще. На самом деле, те, кто не в курсе. Это же сапоги Иллидана. Чисто сапожки. Оп, хорош. Ну, чисто на ластхитах пока что, парни. Фурмансик разберем в аквилу. Пока что формируем. Хорошо. Ну, как я нагло забираю. Отлично. Венга это центральная у них, да, что ли? Им надо было как-то поставить. Мне кажется, либо мартретку на мид надо ставить. Либо Луну. Потому что это самая актуальная тема. Самая актуальная, мне кажется. По крипстату у меня тут все сбыс. Я думаю, в принципе, каточка не будет сильно затянутой. Что-то мне это подсказывает. Потому что у меня при таком фарме тут, ну, просто сейчас уйма артефактов будет. Так что я думаю, справимся сегодня мы с мартреткой. Как говорится, она нас упекла, да? А мы сейчас как вырвались и как дадим чапалаху. Надеюсь, там такая, вам такая рубрика, надеюсь, ребятки, заходит. И в целом, ну, в принципе, это рубрика «А что если?», та же самая, любимая, которую вы любили, с фишками. Но тут у нас небольшие фишки поменялись на историю. И в целом будем так и долбить. Я смотрю, в принципе, видосы эти вам нравятся, поэтому почему бы не записать? Почему бы еще видосик не записать? Можем, в принципе. Че? Ну, гоу, в принципе. Вот это я контролю тут. Так, ну Сларка, походу, потеряли, да? Или нет? Еще живой. Хорошо.
У него Виндрана нету, если что. Точно знаю. Точно знаю, Виндрана нету у него. Ля, Иллидан сквад душа. Так, подхил. Не нужен ему подхил, да? Живет, хорошо. Ну это на вставочку даже. Пацаны что-то пришли, Луна пришла. Ну, раскачиваем пока что. Иллидан где-то здесь. Иллидан где-то здесь. Хорошо. Берем ультимейт. А, так у меня пятый только. Лол. Лол. Куда ты пошел? О, не идет он через фазу, он начал обходить у меня, герой. Шестой левел почти у Сларк. Хорошо. Так, ну что, возьмем тогда масочку. Масочку надевайте. Через Madness сыграем в этой катке. Через Madness. Через Madness. Так, ребята пришли. Не буду давать фармить, походу, да? Аккуратненько давайте хильнемся. Потому что хп нету. Терблайт сам по себе, он очень жидкий. Тут, блин. Тяжело. Нага там фармит тоже. Жесть. Вот у нас грамотно, на самом деле, ребята. Даже, мне кажется, по составу как-то посильнее будет. Хочется равные. Ну, опять-таки, я как узнаешь, какой состав слабый, а какой сильный, ребятки? Я, если честно, не в курсе. Как это можно узнать? Как это можно узнать? Ну, пока что на лайне стоя у меня максимально все хорошо. Ребята, не забывайте, что эти видосы мы будем писать чаще, чем обычные, в принципе, чем обычную рубрику. Потому что... Ну, как бы это заходит. Если вам заходит, пишем это. И, чтобы участвовать в таком видосе, нужно быть подписанным на Telegram. И вовремя, когда я напишу, залететь, так сказать. Ну, по возможности, на самом деле. Слардар там дабл от воды делает. Ничего себе. Вот это круто. Что-то мне подсказывает все равно, что, блин... Да, блин, и первый, и второй клан, на самом деле, по пику очень сильные. Тут и четверка, и пятерка есть, по сути, у нас в команде. А у оппонентов есть ауры. Благодаря которым они просто смогут изи сломать все нафиг. Понимаете? Блин, это круто. Это круто. Что там, будем драться? Хорошо. Что, ребята драку начали? Сларк не попадает прыжком. Но Виндран есть? Да, Виндран есть. Парень наконец-таки понял, чего ему не хватает. Хорошо. Давайте еще сделаем, знаете что? Купим еще кольцо. И сейчас можно будет уже оставить лайн Сларка и уйти в лес спокойно. Спокойно уйти в лес. Хорошо. О, там ганганули. Мирмайт. Слизис. Слизис ганганули. Оп, хорош. Так, есть. Пока лофтхитим. Так, имеется. Что у нас там? 57 крипов, в принципе, ребятки, приемлемо, я думаю, на такой линии. Ренжевики. Ну, в принципе, мы этот лайн все равно выиграли, фрифарм, по сути. Хорошо, давайте разберем пурманс. В принципе, ранняя стадия закончена, можно разобрать, один продать. Вот так вот сделать. И сделать секунду. Есть, вот так вот у нас получается. Отлично, просто все раскидали по артефактам. Продали то, продали это. Есть аквилка, венга у них в миду. Ну, надеюсь, венга там сочная будет. Потому что, типа, ну, если венга не будет тащить, что там у мартретки маска. О, жесть. Ну, вот этот крип не в счет, пацаны. Ну, 60 крипов сделал, в принципе. Пойдет. Подлагал. Подлагал, что там на топе? Суета, го драться. Г. Гоу. Задушим. Опа, вот оно чё. Виндран нажала. Я занаглею. Я занаглею на ульте. Там 100 маны еще. Ну ее нафиг. Жесть. Эй, я так хотел Виндру забрать, но он молодец. Очень хорошо спрятался, кстати. Очень хорошо спрятался. Террорблейд прилетел и задушили. Блин, столько дамаги. Плюс Madness еще.
Там, в принципе, нюков нет, чтобы сливать, да? Там только дамага. Там один нюк, два нюка там. Только таких, и все. Мне кажется, Венга немножко афакашит игру. Нужно немного активнее отыгрывать. Хорошо. Мариту, так сказать, поднаказали. Так, полторашечка есть золотых. Можем, в принципе. Да, мне кажется, можем. Слардар, гоу. Армор даем по крипам, чтобы можно было под табором спокойно загулять. Так, есть. Не-не, Б, Б, Б. Уже тут Б надо идти. Стики бы еще. Ладно, в принципе, можно, наверное, я думаю, вернуться. Ой-ой-ой, а тут, кстати, Террорблейда сейчас под момом. О, вот она, Венга пришла в игру, сразу началось. 4, ну, пришли 4, моя ошибка, я думал тут фармануть сейчас. Хорош, пацаны раскидали. Сларк пришел, вот он, еще один защитник, опа! Это что такое? Что там Мартредка делает? Ну, Сларка тоже ГГ тут. Это что такое? Что тут Мартредка делает? Как она сюда вообще попала? Подождите, как она могла туда попасть? Я вообще понятия не имею, как она могла туда попасть. Ладно, возвращаемся на свою линию. Давайте возьмем стик. Все, погнали. Парни, фармим. Отдались мы, отдали стрик. Я еще мом там нажал, чтобы быстренько крипчиков дофармить. Хорош. Манту либо Скади, посмотрим сейчас по фарму. Я первый раз скачал, чтобы, если что, можно было драться в ранней стадии. Хорошо будет. Отлично. Отлично. Будем кошмарить ее первым. Вроде он такой спелл, знаете, безобидный. Но на самом деле, вон, у нее сколько хп уже, а там 50 маны. И каждый 50 маны такой спелл юзает. А плюс, если там еще какие-то ауры есть. А, кстати, ауру Венгу я, Венге я могу для себя, для своей команды бафать таким образом. Это очень круто. И луны, кстати. О, так и траксы. Если я в толпу это делаю, так я все три ауры забираю. Лол, неплохо. Опа. Братулец. Закрываю его. Хорош. А сейчас он потерялся, в магазин хотел, видимо. И вот мой ласт хит крутой, да? Но я, в принципе, сейчас не пытался ласт хитить, я пытался просто бить. Хорошо, вот сейчас про ласт хитили. Так, они ломать собрались, го. Тэшко. Вот тут это их сила, вот она, ауры и пошли. Этим это и плохо, что можно и проиграть так. На победу максимально настроены. Хорошо, пойдем Т2. Они Т2 идут, мы Т2 идем. Давайте Яша. Хорошо, отходим. И Дэв пойдем. Хорошо. Дэв. Дэв, го. Надо дефиться. Так, пацаны нам решили ХГ сломать, но они, в принципе, это сделают очень быстро, я так думаю, да? Деф, парни, есть кто плюс? У них ТП-шек нету. Серьезно? Отдаем просто? Вы чё? Так, ну я бафнул их. Ауры есть. Ой-ой-ой-ой-ой, это страшно. Это страшно. Есть плюсы, нам нужны плюсы, пацаны. Но метаморфозы нету. Хорошо, я махнулся. Умру, скорее всего, да? Байбэк. Let's go. Go, 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 go. Тракса душит. Уф. Вот это лютая заруба, я понимаю. Это я понимаю. Вот так делай. Хорош. А меня сейчас, скорее всего, убьют, да, опять? А, нет, еще живое. Ну, сейчас ката спушит, да? То есть... Да, хорошо, это не промах. Хорошо. Ля, они нам просто ХГ сломали. Парни. Парни, ТП носите. Там жесть сколько дамаги. Там жесть сколько дамаги. Вот это я понимаю заруба. К
ХГ сломали, вот чисто ауриры, да? Там на самом деле Мартретка очень серьезной проблемой является. Очень серьезной. От Слардара дагер надо. Мы так безмятежно фармили, они собрались в мид, и да, вон так вот подспушили. Неплохо. Неплохо. Это их сила. Это их сила. Нам под Гаргоны надо всю эту контору просто заходить и все. Все-таки, наверное, возможно, даже Лотар ему надо было делать. Сейчас, возможно, они второй заход будут делать. ДМГ много от аур, да. Кстати, я не видел на себе ауры эти. Вроде я там до Венги достал. Неужели не вешаются? Должны вешаться. Они унаследуют, должны унаследоваться все ауры. Радиенсы. Всякие вот эти темы, все это унаследуется. Эти ауры тоже должны унаследоваться. Сейчас по ходу дела посмотрим еще. Надо ответку и рошу. Ветку и рошу пойдем. Что там, Слардар подставился, да? Забирать и убегать. Хорошо, погнали. Пойдем. На топ надо идти, кстати. И дефить. Сейчас будем. Сейчас опять дефить будем, они сейчас опять пойдут в 1vm, да? Хорошо. Лотар Венга. Хорошо. Сюда, деф. Деф, парни. А, или они Рошана пойдут. Рошу пойдут. Вот, блин, они нас опережают на самом деле этими аурами на шаг. Где-то примерно. Где-то на шаг примерно. Они быстро заберут. Думаю, мы не успеем. Хорошо. От ХГ лучше. Это кажется. От ХГ. Да, вот так вот катка начинает обретать обороты. От ХГ. Я пойду в Т2. Схожу. Хорошо. Венга там молодец все-таки свою роль сейчас отыгрывает. На аурах душит. На аурах душит. Но наша одна ошибка, и они сломаются нафиг вообще. Я топе пофармлю сейчас. Мне главное что-то такое иметь, чтобы можно было давать отпор. Мартретки. Мартретки промах. Мартретки. Пусть мид лучше толкает. Союзники. Да, с утра заставили попотеть. Пацаны. Т2 там тоже отдаем, видимо. Т2 отдаем. Манта первый артефакт. Пойдет, я думаю. ХГ. Деф сейчас. Мне бы манту успеть дофармить. Но я не в любом случае не успеваю ее дофармить. Т-шку надо забрать хотя бы. Я не успеваю, да, никак? Глиф есть? Есть. Т-шку заберу. Хорошо. Я успею Т2 забрать, сделать ТП на базу. Отлично. Хорошо, стонгазе. О, я первый прогулял. Джи. И Сларка тоже потеряли. Это ГГ, нет, тут... Так не получится. ПЦ. Нага просто умерла у нас дуза. Но это минус две стороны они сейчас сделают. Вот это нас выносят тут. То есть потно. Тут драться не сможем. О, подвязал, прикинь. Но я тут не выживу, скорее всего. Жесть. Вот это лютая дамага. Вот это лютая. Ну, походу, мы сейчас эту катку всадим. ДМГ, да, ДМГ много очень. Они сейчас могут спокойно в трон закончить. Спокойно. Вот это выносят, пацаны. Так, ну топ я подпушил. Что-то быстро все так рассыпались. Парни, соберитесь. Давайте под... Под... Я хз, сейчас не смогли подраться. Почему? П2
Почему не смогли подраться? Стонгейс был. Там видели, Гаргона просто сразу отлетела. Сразу. Слардару, да, держись как надо. Гаргона Стонгейс нажала. А, у нее щит 2. Там фарм нужен. Аккуратный. Они сейчас так по топу могут зайти. Но надо камбэчить. Надо камбэчить. Сларк аватар купил. Хорошо. Ну, на Next поменяемся. Не знаю. А, Сакрет делает Гаргона. Ой, Дуза. Нагович. Гаргона, Дуза всех перечислил. Странно, почему не захотел. Жесть, там меня просто слили люто. Пацаны. Зря, мне кажется, она Радиенс. Если еще, мне кажется, парень фармить не умеет, так это вообще ГГ. Так, ладно. Я топ. Будем МБ сами нападем. Если мы там вырежем по ауре. Венгалатар, правда, это напряжно. У нас будет ХГ падать автоматом. Это плохо. Минус две стороны. Но, в принципе, да, аурами тут такой исход и есть. Это жесть. Аурами такой исход и должен быть, по идее. Но начало очень лютое. Я даже расслабился. Думал, намного очень изичная катка будет. А на самом деле надо было потеть до конца, взять Лотар и давить их просто. И все. Я еще Лизи не раскачаны, нифига. Там очень много урона БКБ, Тракса еще. Вот отсюда. От ХГ будем. Сейчас, глядишь, еще иллюзию прокачаю, нормально будет. Ауры, кстати, я не вижу, я подхожу, вроде ауру даю, ауру нету. Ну, на ХГ сейчас будем драться. От ХГ. Я там еще рефлекшн прогулял максимально плохо. Ну, сейчас, по идее, третья сторона нам будет, да, минусом? По идее. Но без идей. Нам это не надо, пацаны. Так, глиф есть. Гоу. О, ТБ. Не ТВ, Эклипса юзанули. А там по БКБхе. О, она опять сон дает. Нага. Он не знает, когда сон давать. Походу. Надо махнуться. Не, не можем мы драться. Слишком много там дамаги. Жесть. Вот это там дамаги лютые. Опять я рефлекшн прогулял. Трипл килл сделал парень. По снайдузе. Надо додушивать. Задушиваем. Хорошо, пойдет. Ну, дефнули еле как. Но там вообще, там 2 БКБ уже. И не давай, не давай. Ульт в драке. Зачем ты это делаешь? На наге парень зачем-то ульт в драке дает. Я не понимаю. Он не понимает, наверное, что у него ультимейт делает. Жесть, ну байбекнуться пришлось. Хотя можно было, да. Можно было даже не байбекаться. Я опять рефлекшн прогуливаю из-за того, что она ультует. Короче, я не могу рефлекшеном бафнуть всех. Блин, БКБ мне тут не поможет. Тут что-то какой-то эскейп надо. Давайте Лотар попробуем выфармить. Можно со спины так нападать. Ну, очень сильно нужен Лотар. Надо быстрее, как можно быстрее выфармить. Ну, мы отдефились. Отдефились за счет глифа еще. Слардару даггер и погнали. То есть я там хп махнулся. Думал, может, как-то выживу. Там БКБхи. Хорошо, 1000 есть. Так, иллюзию отправил я. Хорошо. Рассредоточимся, может, как-то выфармим. Жесть, и вот если дадим отпор в этой катке, это будет очень хорошо. Там ауры очень сильные. Очень сильные ауры, тяжело будет. Блин, в лесу страшно сейчас фармить, такая минута. Они уже все резнулись, если зацепят, я без вайбека. Это плохо. Хорошо, 1300. Мне Лотар очень нужен. У нас жадный пик сам по себе, вообще жесть. Жадный. Мид сейчас попробую толкнуть. Да низ я очень хорошо толкнул. Дефа надо так. Креветка там бродит. Я не успеваю выфармить Лотар. Не успеваю. Глифа нету. Это плохо. Без глифа мы хрен дефни, мне кажется. Они могут просто суицид пойти. Вообще, они, в принципе, уже должны были, могли уже закончить катку, в принципе. Но не знаю, не захотели. Ля, у нас все выформлено. Хорошо. Хорошо. Так, есть.
Мне надо успеть дофармить, он они там на топе. Да вот так вот. Оу. Они нас сейчас сломают нафиг. Так, Слаг не умрет, надеюсь. Хорош, ушел вроде, да? Уйдет он? Не уйдет. Сларка не отпустят там. Без Сларка будет хреново. Ага, нужна тут. Меня могут свапнуть еще здесь. Очень жестко. Ля, какая тяжелая ситуация сейчас в ХГ будет. Иллюзиями дефим? Или нет? Свапнет, очень плохо будет. Что, мне нажали стангейс, надеюсь? Нет, хорошо. Нага дефит иллюзиями. Ля, мы тут в ХГ просто стали, но это плохо. Это вообще жестко. Это жестко. Жестко. Ну в мете тупо они могут мету пережить. Вообще надо, если так пошло, надо глиммер хотя бы взять. Давайте вот так сделаем. Хорошо, дефимся. Так вот делаем. Она сразу в латер зашла. Мортретку задушим, интересно. Хорошо. Вот так сделаем. Отлично. Дефимся. Там такие лоу хп. Лоу хп. О, если сейчас он заберет. Ой, хорош. Ля, вот это вообще заруба. Вот это вообще заруба. Так, Рошу. Деф. Магии очень много. Нормально, глимерок подзашел, надо дасты купить. И статы надо. Не знаю, без Рошана мы, по-моему, не забираем нифига. Так, нельзя лунные колодцы нам терять. То есть, вот это катка, конечно. Катка, конечно, лютая сейчас. Рошу нельзя отдавать второго. Надо глиммер, наверное, сейчас продать. Глиммер зашел все-таки, дал какой-то он мне. Эскейп, давайте сделаем Лотар. Сларк АФК встал, походу, да? Так, Лотар. Глиммер разберем. Амулет. Вот так вот сделаем. Клак, вот так, это вот так вот. Хорошо, даст ты. Одну ТП-шку бери. На это Рошан сейчас они пойдут. Так, Лотар я сделал. Хорошо, Нага там запустит Крипиев. Так, у нас так тут, да? Вот так попробуем прочекать. Если Сларка Егу сворует, будет очень хорошо. Ой-ой-ой. Вот оно что. Там дасты Б. В принципе, если сейчас в тангазе задушим их. Хорошо. То есть там весь квад у нас поднят. Ого, иду, брат. Надо видеть, чтобы первым... О, хорошо, первым достал ГГ, по идее, ей. А, герой тупит, видели, влево-право бегает. Давай, давай, давай. Я сейчас сдохну, да? Парни, наш этот... Вот прикиньте, из-за бага на самом деле я сдох. Я из-за бага сдох. У меня герой не шел, он видели, вот тут мансанул лево-вправо дефте. GG. Ну это Рошана сейчас забил. Очень сильная сейчас ошибка на самом деле была. КЗ. Но если бы я сейчас добрал, нормально было бы. Венга там лоу хп чисто уходит. Вот это жестко. Это жестко. Жестко. От ХГ. Стоим, парни. Печально. Печально. Но ничего. Жестко. Очень-очень люто, на самом деле, недооцененный этот пик. Мартретка все-таки дает сейчас. 23 на 27 по фрагам отстаем. Рошана они забрали. Есть Аегис у Мартретки. Низ. Иллюзиями. Отдефим. Топ-дефим. Завардите, парни. И дефаем. Там за стангейс можем раздушить.
Траксу, если слить, уже сразу там много урона снимется. Будет очень хорошо. Жесть, вот это, конечно, заруба. 31 минута, 31 минута, у нас такие лаги-ганги. Смока, они в мид решили пойти, да? Траксу там. Тракса там. Вот ХГ, парни. Не с дефем сейчас. Но с Нага с Радиком мы можем, в принципе, если Нага будет очень грамотно делать, именно не давать людям там все вещи. Жесть, там очень много. Хекс там делается еще, да, до кучи. Они через мид в топ, да, походу, пойдут? Ну, глиф есть. Глиф есть. Гоу. Так, Венгу слили. Это слили. Хорошо. Это есть. Так, Мартретка. Мартретка с Аегой, да? Так, в принципе, ситуация нормальная. Траксу. Вот это тоже надо. Хорошо. Ля, как мы от дефа дефаемся. Пацаны, go mid. 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 Вот это мы от дефа работаем тут. Люто. ТП-шки, да? Go. Хорошо, ТП-шки есть. Там очень сильно, если подставляется это Венга, то это ГГ. Так, иллюзии на низ отправлю, пусть иллюзии подефают. Мид ответку делаем. Мид ответку. Успеваем. Не успеваем, походу, мы. Но если они сейчас. Если мы сейчас просто, ну, умираем в ХГ там, то ГГ. Не успеваем. Есть КД 30 секунд. Главное, чтобы там мартретки не было. Мартретка ресается очень быстро. Б. Не, Б, Б, Б. Б, Б, Б. Парни, Б. Не сможем, не сможем. Надо под меты драться. Рано еще. Рано еще, парни. Го, Б. Рано. Еще на дефе надо посидеть. Еще чуть на дефе. И ок будет. Главное, егисы отбиваем, этого достаточно. Противостояние лютое. Но мид хотя бы допушили им до прям середины. Так, нужно ли тут БКБ? Да, желательно сейчас вообще сделать БКБ, парни, я думаю. БКБ хоть сделаем, прям отлично будет. Прям отлично будет. Хорошо. На ХГ. О, вот это БКБ-ха моя будет. И сейчас можем смокануть. Хотя лучше от дефа, хотя не. Мы можем потеряться так. То есть от дефа как-то они как-то растягиваем. Венгу там забрали и ГГ. Так, Блэкинг Бар. Блэкинг Бар, но не хватает чуть-чуть. А БКБ-ха. Так, вот этого крипа и добиваю. Мартретка видели? Фармит в эншентах. Вон он тут. Морта. Б, парни. Мартретка там. Надо дасты взять. Дасты на Венгу. Есть. Давайте Аквилу, наверное, скинем. Дасты есть. Ну да, у Слардара. Хорошо. Дефаем. Можно будет в спину зайти. Я думаю, я в спину сейчас зайду, но байбека нету. Надо луну. Если луна с аганимом, пацаны, это очень плохо. Дефам есть глиф. Хорошо. Мид я дефа на иллюзиях. У нас одни бараки остались, да? Плохо. Стоим пока. Стоим. Опа. Хорошо. Сливаю, да? Хорошо. Отлично. Если что, с вот этой вот свапнемся. Там монстр килл сделали. Ой-ой-ой. Это плохо. Я не выживаю туда. Но меня потеряли. Она меня соло убила. Жесть. ГГ. КЗ. Но я дал минуса, я кого-то слил там. Это первая драка, где я нафейлил. Ну, там в центре стоит.
центре. Слардар низ. Парни душат. О, Скади. Хорошо. Хорошо. Низ Слардар. Ну, не знаю, наверное, спушат. Ну, хотя вряд ли. Мне кажется, не спушат все равно. Пробуйте. Вот это понимаю, заруба, да? 10 сек там. Байбек Виндра. А если пацаны сейчас сдохнут, будет очень плохо. Там я с Траксой еще подрался. Параки. Сларк что-то сильно газует. Сейчас же сдохнешь. Б, 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 Б. Один барак. Сларк умер, да? Все, Сларк погиблый. Пойдет там Роша. Тайди попробуем сейчас под сплит пушить. Продадим. Задержал их. Не-не-не, это плохо. Б, АКГ. Там еще и Нагу зацепили. Нагу зацепили. Я пошел топ толкну. Есть. Лотар. Трон. Трон кричит. На победку. Ну, даже такую катку, в принципе, проиграть не стыдно будет. Так, ну, походу, трон будем дефить, да? От дефа. Парни. Стоим. Все, я вернулся в ХГ, от дефа лучше постоим. В центре есть? Когда там в центре пропадет? Этот в центре есть, этот есть. Хорошо. Вот так вот сделаем. И ауры не унаследуют, прикиньте. Че, душим? Есть, минус. Ой-ой-ой. Вот это надо слить. Или не сливаем. Хорошо. Отлично. Все, это мид. Мид. Смело. Ой, хорошая драка какая. Ля. Это просто коробку в спорт переключил. Ну, от Стонгейза вообще вещи делаем. Можно Рош еще забрать. Не, аура не унаследует, кстати. Почему? Я не знаю. Почему вы не били Вингу? Вингу били. У меня мета КД была. Низ надо деф. Низ надо деф, пацаны. Но мид сломаем, по идее, низ можно будет сломать. Так, вот так делаем. Хорошо. И топ можно будет сломать, кстати, по идее. Погнали туда. И топ, по идее, сломаем. Надо желательно низ вообще было ломать. Жесть, на мне аура, вот это минус дамаги. Очень плохо. Давай, давай. Быстрее. Быстрее. Хотя бы изи барак надо. Ломаем. Хорош. Хитбэкаем. Ну, у Гаргона, походу, все. Хорошо. ББ. ДФМ. Сларк на базе, да? Дуза. Есть, если что. Если что, должно быть у нее ББ. 4800. Не-не-не-не, зачем? Зачем ты сейчас ББкнулся? Зачем он сейчас бэкнулся? Так, даст ты. Хорошо. Дефим. У меня байбэк есть, если что. От ХГ, парни. От ХГ. О, ДДшечка. У Сларка что там в Скади? Башер. Это Роша. Они в Рошу пойдут. От ХГ, го. От ХГ. Парни. Лютая катка получается, да? Они могут сплетануть еще, в принципе. Венга, Сия, вот так. Аккуратненько надо будет просто подработать. Мы отличный отпор дали. Сторона. Мид теперь поддерживаться будет. Адефа. И все ок. Адефа очень сильно стоим за счет Гаргоны. Я иллюзии по низу, если что-то рвала есть. А байбек тоже оставим. Давайте уйдем отсюда. Возможно, сейчас на меня выход будет. Рошана забрали, нелогично тут стоять. Зачем? Так, сентрики в ХГ обновили.
Отлично. Аккуратно. КГ стоять надо. Адефа. Адефа. Я попробую зайти в спину. Блин, ну в прошлый раз в спину заход очень плачевный был. Портрет Каега. Так, день, отлично. Днем легче будет двигаться. Мид у них, в принципе, балансится, да? Да, мид балансится по крипам. Ой, случайно бинт прогулял. Понимаю. Бинт прогулял. Вот если бы сейчас крашнул бы он, было бы круто. Если подловим, в принципе, нормально тоже будет. Подловить будет пушечно. Кто там пуш... А, тайдухой, да? Душит. Хорошо. Сейчас надо будет отойти на низ, деф. У нас глиф есть, если что, отлично. Байбеки тоже есть. Тракса идет. Да? Хорошо. Под стангазе. Душиловка пошла. Мартретка умирает, да? Ох, нах, найс, свап. Мартретка. Есть. Не спушится. Парни, вот эту можем убить? Слоу граунд, аля, там вообще не попадем никогда, наверное. О, попал. Хорош. Хорош. Но они не могут зайти вообще, жесть. МКБ-ху надо сейчас. Хорошо. Не-не-не, Аега там мартрет. Жесть, заруба лютая. Они по 50 секунд кдшатся, челы. Кз, не успеваем мы пушить. Не успеваем. Давайте демонейдж возьмем. И ломать надо идти. Не, база. Б. У Дузы нету байбека. Надо фармить. Давайте МКБ-ху дофармим. Б. Смело. О, хорошая руна. То, что нужно. Дефим. Качели лютые, парни, в катке. Я, гляди, сейчас МКБ выфармлю, мартретку буду сливать. 1К МКБ. Надо зайти в эншент вообще. Хорошо. 1К МКБ. Успеваю я, интересно, дофармить монета. Хорошо. Надеюсь, меня тут сейчас не зацепят. На эншентах. Давайте крип скипнем. Все иллюзии есть, можно скипать. Там мартретка. Отбайтилась. Так, ну мне Б от ХГ. Парни. Купите пилки ЛЗ. 6 штук. Штук. Кто может? Ага, есть хилки, да? Хорошо. Есть 6. Отлично, МКБ-ха. С МКБ-ха сейчас сможем мартретку поддушить. Ой-ой-ой, это что такое? Это соло, кстати, можно сделать сейчас. Убиваешь? Слардар, брат, должны зацепить. Хорош. Отлично. Это бэкдор система. Но жалко, что... Ну и зря я глиф юзанул. По-тупому сделал, там же этот... Бэкдор система. О, нифига себе. Это что такое? Все. Гоу. Во, это чисто случайно. Я шел сюда чисто пофармить. Стороны. Отлично. Ну, первый раз в атаку сейчас пойдем. У них минус 2. В принципе, минус 2 за счет хорошего ганга. Отлично. Венга очень сильно дамагу режет. Сначала туда гоу. И низ. Йо-йо, вот это можем, кстати. Пуш, пуш, пуш. Я кнопки просрал уже. И низ.
И ниц. Байбайк есть, если что, да? Низ. По-моему, смело можем. Низ. Низ, 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 парни, давайте. Мы можем такую катку комбэтчим, это жесть. Хорош. Давай, давай. Хорошо. Дайте ей амплификацию. МКБ-хи есть, ГГ, шансов нету. Сейчас этого заберем, вообще кайф будет. Отлично. Ля, вот это, конечно, я понимаю. Кочерышки тупо. Меняемся. Стороной. Follow. Опа. Ну, ребятки, все-таки Terror Blade команда одержала победу. Очень сильный деф. Такие качели лютые. Ну, просто жесть. Сейчас мы поменяемся сторонами и посмотрим. Все-таки может ли Мартретка выиграть сквад Terror Blade? Ну, очень сильный деф. И как только мы отдефились, как только купили себе нормальные артефакты, ух, сколько было дефа, мы смогли одержать победу. Поехали вторую катку. Надеюсь, вторая катка будет такая же. Ну что, друзья, вот такая была у нас первая каточка. Надеюсь, она вам понравилась. А вторую катку вы можете вот здесь посмотреть по подсказочке. Переходите, кликайте, смотрите и обязательно поставьте лайк, братцы, за то старание, которое мы делаем. И напишите комментарий, кого вы хотите увидеть еще в такой зарубе. И как вы думаете, на самом деле, кто был сильнее, Terror Blade или Мартретка? И во второй части вы посмотрите, сможем ли мы на Мартретке также дать чипалах, как и дали на Terror Blade. Обязательно переходите и смотрите, друзья. На этом все. Пока.